Итак, чаши от 22 сантиметров до 26 сантиметров. Вначале те, которые поменьше, потом побольше. Итак, у нас сейчас в гостях чаша 22 сантиметра, весом 1332 грамма, номер 125, 7 металлов, ценой 9800. Вот. Чаша тигровый глаз 21,5 сантиметра, 1431 грамм, номер 123, 13500 цена. Вот здесь чаша у нас 22,5 сантиметра весом 1,5 килограмма. 0,7 у нее номер. Тяжелая чаша такая. Дальше 22,5 сантиметра чаша. Вес 1578 грамм, номер 119. Вот, по-моему, самая дорогая здесь чаша. 15,350 она. Вот так. И еще одна чаша. Это в этом блоке из пяти чаш. Это чаша 49, 21,5 сантиметр. Вес килограмм 220 грамм. Капельку слышно соседей, ну что сделаешь, их не выключишь.
Просто потушу ближе к микрофону. Очень долго играет чаша это. Следующую послушаем. Очень интересная чаша. Космическая, как я люблю говорить. Но что это умеет? Thank you.
конечно, и как она это умеет делать. Так, и эта чаша. Я так понимаю, она с трудом раскручивается, но мы попробуем. Вообще не хочет. Есть такие чаши, не хотят. Не нужно им это. Ой. Ну и теперь немножечко их в ряд. Thank you.
общем, примерно так. Очень звонкая чаша. Конечно, она стоит слишком близко, ну не слишком близко, она стоит ближе к микрофону, ее было слышно звонче якобы. Вот эта чаша мне очень интересная показалась. Ну, это как бы в своем репертуаре, раз она и не хочет раскручиваться, но у нее интересный звук, глубокий, свой, вот эти метальных чаш, матовых. Здесь похожее что-то, только она немножечко все-таки меньше, тоньше, поэтому у нее выше звук. Вот. Ну и эта чаша тоже интересная. У нас уже их немного осталось, и их уже заменили лингамы. Вот, ну, от этого чаши эти хуже не стали. А остались чаши еще больше. Итак, у нас в гостях чаша. Чаша номер 31, весом 1,85 кг, то есть 1,850 кг, 25 сантиметров. 5 металлов. Чаша 7 металлов. 24,5 сантиметра. 1937 грамм, номером 137 металлов. У нее внутрь загнута геометрия, такая немножко своеобразная. Здесь тоже чуть-чуть-то есть. И вот эта чаша наоборот открытой геометрии. Чаша номер 83. 24 сантиметра, 1 килограмм, 670 грамм. Ну что, большие чаши? Почти большие. Остановились мы на чаше Си, возможно, я ее должен еще раз проиграть, может быть, нет.
такие чаши. Сейчас попробуем их немножечко вместе послушать. Если все-таки чаша еще вибрирует сильно, то можно прямо гранатой этим заниматься. Прижимать, да? А то этот маленький подскакивал палочка сейчас. Ее не хватает. А на маленький чаш вообще деревяшки порой только нужны. Деревянной стороной. Поэтому всегда удобно, что вот эта палочка может быть и здесь. Вес, размер имеют значение. Так я считаю.